Всем привет! Всем привет! Всем привет! Так, что, ребят, сегодня хотим с вами поделиться рецептом креветок. Креветок, да, в микроволновке будем варить. Сейчас покажем, что и как можно сделать. Так, имеем мы такую пачку креветок, тут у нас килограмм. Сейчас будем высыпать в блюдце и ставить на разморозку на 3 минуты в микроволновку. Тут больше льда, да? Смотрите, килограмм креветок. Как вам? Килограмм креветок. Да. Тут, наверное, грамм 600 воды будет. Вот интересно, глянем, у нас весов нету просто. Сейчас бы разморозили, и ради интереса можно было глянуть. Ну давай я сам. Давай, сам. А загрею. Нажимай старт. Ты на разморозку, да? Я поставила килограмм, это 10 минут. Ага. Так, ну все, ждем теперь. Так, время от времени проверяем. Давай, Максим. Что там? Мерзнет. Давай еще ставим. Давай проверим. Мерзнет. Мерзнет. Даня? Эй! Ждешь? Ну что там? Готово, Чани? Нет! Вот 10 минут замес 3. Будем смотреть, что там они разморозили. Как сказать? Нет, они в принципе все лед отпадает. Все отпадает. Видишь, и все. Это еще и зуба. Не знаю, просто может их переложить просто в другую тарелку, а лед поубирать, но они мягкие. Они не мерзнут. Давай. Итак, ребята, отделили мы креветки от льда. Вышла у нас такая небольшая мисочка. На пачке был килограмм написано. Тут я не знаю, если есть полкилограмма, то хорошо. Так, ну, теперь что, мы набираем воду сюда, да? Из чайника, да, кипяченую воду. Да, 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 все. Сейчас добавим соли. Какой сахар? Да, лаврушку. Так, добавляем соль. Еще. Перемешаешь надо, да? Потом перемешаем, сейчас стоит. Саджишь. Шеф-повар. Шеф-повар, давай. Давай, давай. Как тщательно. Ну давай еще. Разок. Давай будешь перемешивать. Давай, мешай. Давай я. Держу, давай, мешай. Молодец. Я думаю, так, достаточно. Так, все, да. Теперь ставим на... А сколько у нас там мощность? Ну, не знаю, даже быть на 800. На 800. Еще, еще. И ставим на... Давай, ну, 4 минуты. 4, а там будем еще, смотреть. Еще. Пока мясник закипит. Молодец. Все, будем ждать. В ожидании креветок. Пока микроволновка наша готовит. Товарищи играют на телефоне. О, закипело. Так, ну в общей продолжительность была где-то минут 13, мне всего ставили. У нас закипела вода, покипела минутки 3. Сейчас это все сливаем и, в принципе, можно кушать. Ну, добавлять можно и лимон было. У нас был лимон, мы не добавили. Черный перец там. Можно и чесночка добавить. Ну, кому как. Ну, мы решили просто лаврушку, соль и все. Как бы мы не особо любим там разные специи. Свежо. Промывать их надо? Да-да, холодной водой. Я слышал, что если с кипятка сразу холодной водой промыть, то типа они лучше хрустеть будут. Вот и осталось. Да.
килограммчик. Большой килограммчик. Там прям 300, наверное, если есть, то хорошо. Да, до 400. Собственно, вот такую вкуснятину мы приготовили. Кому понравилось, пиши, ставь лайк, подписывайся на канал. Всем удачи и пока. Пока-пока.